Спасибо, Леонид Илларионович. До старта остается 10 секунд. Внимание на стартовую прямую. Ну что ж, уважаемые гости, 1-2. Уважаемые посетители спортивного парка отдыха. Дан старт 7-му классическому масс-старту заслуженного тренера России Леонида Илларионовича Воропаева. С этого момента наши соревнования будут проходить очень живо, ярко и неповторимо. Разница между стартовыми группами, как правило, около 5 минут. Будьте внимательны, не задерживайтесь, не опаздывайте на старт. Старт следующей группы мальчиков 2007 года рождения младше через 5 минут, 10 часов 35. И мы видим, что спортсмены уже занимают свои позиции на стартовой линии. От Александра Альбертовича Гусева и Леонида Илларионовича Воропаева. Алексей Воропаев, мастер спорта, начальник отдела спорта администрации Дарья Одинцова. Также среди небольших гостей встречает наших финишеров на финишной прямой. Абсолютно все детишки, которые завершают сегодня дистанцию соревнований, получают памятную медаль от организаторов 7-го классического. И старт на дистанцию 2,5 метра среди девочек 2004-2003 года рождения открывается в 10 часов 55 минут. Тренируйтесь, давайте лет чего? Что нам следует с вами запомнить и извлечь из наших соревнований? Но помимо детей, сегодня здесь, в Одинцово, принять участие в соревнованиях смогут и более опытные. Таким образом, финиш первой, самой младшей группы девочек 2007 года рождения, младшей уже, пожалуй, завершен. Уходи, стой, уходи, уходи! Закончите свою дистанцию. Екатерина получает приз из рук заслуженного тренера России Леонида Илларионовича Воропаева. Награждается Никита Костенко. Никита получает приз из рук заслуженного тренера России Вячеслава Васильевича Селиванова. Даниил Дроздов, аплодисменты. Победителя соревнований в этой возрастной группе награждает заслуженный тренер России Леонид Илларионович Воропаев. Почетно приглашаем мальчиков той же самой возрастной категории 2005-2006 года рождения. Тактики использования свободного стиля, какого стиля передвижения. Были уже у нас сегодня такие прецеденты, и, к сожалению, судейская коллегия соревнований вынуждена была дисквалифицировать некоторых участников за применение катка. Стиль сегодня классический, на то он и классический масс-старт. И мы видим, что на дистанцию 5 километров отправились женщины. Хорошо. Как давно, во-первых, ты стоишь на лыжах? Ну что ж, по праву можно сказать, что Леонид Илларионович Воропаев один из тех, кто стоял у истоков развития лыжного спорта. Здесь, на западе Московской области. Леонид Илларионович работал тренером Одинцовой. К проведению второй по счету торжественной церемонии награждения мальчиков и девочек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. А тем временем именно в эти секунды участники
гонки на дистанции 5 километров среди мужчин уже занимают свои стартовые позиции. Сертек два круга по 5 километров и таким образом 10 километров. Это самое главное всего, вытащить из подворотни. Здесь не главный уровень соревнований, главный массовый. Посмотрите, я был на дистанции. Родители вместе с детьми. Дитё бежит, ребенок бежит на лыжах, она рядом бежит за ним. Это же очень здорово. Вот такой образ жизни мы в нашей стране сегодня в такое трудное время должны пропагандировать. Я весьма благодарен Алексею, что он проводит такое массовое мероприятие. В том числе, конечно, благодаря поддержке администрации. Главе нашего района, мэру города, что нам такое удовольствие помогает сделать для детей. Это в первую очередь хранение. У нас много занимается детских спортивных школах. Такой приток приходит от зрителей и взрослых, и мама и папа приходят также кататься на эту лыжероллерную трассу Лазутинская. Сейчас она парк. Это большое спасибо Алтухову Владимиру Дмитриевичу, который первоначальник этой трассы. Сначала эта трасса была как бы пожарной. Сейчас она становится лыжероллерной Лазутиной. А теперь и парк города Одинцово. Большое спасибо всем, кто проживает здесь, что они здесь постоянно находятся, все на лыжне. Очень много воскресные, субботние дни здесь негде поставить даже машину. Большое спасибо всем. Метра награждается Олег Алексеев. Нам здесь тяжело было следить за ходом гонки. Вы изначально себе такой серьезный задел создали? Или все-таки была какая-то борьба на первых километрах гонки? Борьба была, безусловно, с самим собой. Каждый, наверное, метр, да, я пытался увеличить скорость. Постатая связь, что касается соперников, я пошел, наверное, сразу 20 метров, сделал на первый прямой. Я дальше понял, что придется идти одного. Ну, всем вам известно, дорогие друзья, что Михаил Девятяров один из сильнейших лыжников России, член сборной команды России. Как мы уже говорили, призер и победитель этапов Кубка мира, поэтому очень хотелось бы узнать у вас, Михаил, как проходят сейчас вот эти дни, заключительная стадия сезона, какие планируются сборы, где планируете еще принимать участие в соревнованиях, как для вас складывается окончание этого сезона? Я, конечно, расстроен, потому что не попал на этапы Кубка мира. И сейчас готовлюсь к чемпионату России, чтобы отобраться в сборную команду вновь вернуться сюда. Сейчас планирую послезавтра участвовать в Бутрогинской гонке. Ну что ж, все болельщики, Михаил Девятяров, добро пожаловать в Красногорск, послезавтра гонка Утробина. Ваши аплодисменты Михаилу Девятярову, победителю сегодняшних соревнований. Спасибо большое, нашему бригаде Синайекину, Михаилу, обнимаю его. Ну что ж, должно быть Михаилу Синагейкину, должно быть в этот момент приятно. И мы спешим блиц-интервью взять с автором этих замечательных лыж. Запомнилось больше всего. Стартовал я